Друзья, всем привет, зрителям моего канала. Очень рад, что вы смотрите. Много комментируете в комментариях. И сегодня отличная погода, наконец солнце, прям на душе радостно. Полдня есть свободного времени. Я решил помыть машину. Поедем помыть машину на хорошую мойку. Так что, если интересно, обязательно оставайся вместе со мной, прокатимся по вильнюсским улицам и посмотрим, какая у нас мойка. Скорее всего, что-то еще будет у нас по пути к этой мойке. Мы зацепим какую-нибудь еще тему и обязательно с тобой поговорим. Поехали! Так, я думаю, что куртку нужно надеть какую-нибудь полегче, потому что в этой реально спотею. Но черная куртка, на ней все сразу видно. Даже немножко к машине где-то притронулся, очень сложно ее носить. Поэтому одену что-нибудь попроще. Скорее всего, одену вот эту красную. У нее здесь все открыто, подмышки дышат. И где-то еще тут что-то сделано. Короче, она прям вся вентилируется очень классно. Сегодня буду машину мыть в ней. Все, поехали. Погода просто офигенная, замечательная. Солнце. Наконец-то, спустя вот этих пару месяцев, ну реально, у нас в Вильнюсе, в Литве, во всей, не было солнца. Хотя вы пишете там в комментариях, что вам и так хорошо. Это понятно, что мы привыкли к своей стране, мы любим то место, где мы живем. Но все равно солнце есть и на душе радость. Хотя я тоже люблю дождливую погоду, и у меня создается такое впечатление, что в дождик все так успокаивается, нет куда торопиться, все хорошо, спокойно. А все-таки вот эта весна, это время начинает куда-то все вот бежать, торопиться, надо что-то делать, надо то, надо все, надо вот это. Хотя сегодня не весна, а просто хороший, красивый солнечный день. Друзья, я такой еду, и мне пришло сообщение, заказал телефон жене. Короче, его можно уже забрать. Получилось так, что у нас была большая переплата за воду. Это создавалось там годами просто. Ну, мы не декларировали счетчики, а просто там средняя цена постоянно высчитывалась. Мы за эту воду платили, создалась хорошая сумма. Поэтому я решил сделать так, что мы можем эту 1000 евро, которую получим, купить за нее телефон, плюс продать старый, ну не старый, у нее хороший, красного цвета, 11-й iPhone. Если вы хотите, интересно, пишите. Оставлю свой номер телефона в описании, вдруг вот интересно будет. И написали, что уже можно забрать. Купили белого цвета, 14 Pro Max. Так что пилим сейчас туда, заберем телефон и тогда на мойку. А я немного был огорчен теми комментариями, которые свалились на видео «Жизнь русского в Литве». Мы просто решили немножко расшевелить этот канал, поэтому такое немножко вызывающее название. Но откуда столько ненависти у людей? Там такие комментарии, там про Путина, еще какое-то. Я пытался просто поделиться какой-то хорошей энергией, своей улыбкой, каким-то своим настроением. А откуда у вас там... Да, я ошибся, там название района. Это, блин, сумасшедшая ошибка, потому что я прожил большую часть времени в Науямистис. Наверное, поэтому я так и вот и ляпнул, что это не Науинкай, а Науямистис. Сейчас мы проезжаем Жверинос. Даже мы не проезжаем, мы едем по Жвериносу, потому что даже к этим словам можно придраться. Всегда очень легко что-то комментировать и очень сложно самому что-то создать хорошее, красивое, приятное, на что бы можно было бы посмотреть. Поэтому, друзья, прежде чем комментировать, конечно, комментарии, они в любом случае хорошо для канала, и плохие, и хорошие комментарии, но то, что я там говорю по-русски и создал такой русский канал, его цель вообще была изначально создать просто для себя, делиться, там, смотреть цены, какие там были 5 лет назад, какие дороги были, какие постройки, особенно через лет 20, 30, 50, это прям будет интересно посмотреть, насколько меняется структура нашего города. А также я могу спокойно, свободно разговаривать на литовском языке, нету вообще никакой проблемы. Но так как я посчитал, что
этот контент вообще не, сам по себе не очень интересный, его даже смотреть никто не будет, поэтому он и снимался на русском языке, потому что, в принципе, снимать про свою жизнь, как я там что-то покушал, в туалет сходил, почистил зубы, нету никакой надобности. По строительству есть отдельный канал, я уже тысячу раз повторялся. Кому очень интересно, как ведутся ремонтные работы, квартир, каких-то коммерческих помещений, ссылка в описании на мой строительный канал. Там на данный момент уже более 2000 подписчиков. И все на литовском языке. Замечательный, обалденный день. Я наконец-то, аж вот душа радуется, еду от того, что светит солнце. И вот нету этих туч, за которых прям не видно ни дорог, ничего, просто вот цепелинное небо какое-то. Вот этих два месяца, начиная с начала 23-го года. Обалденно, обалденно, еду просто вот, пою. Опять же, конечно, я делаю какие-то ошибки, совершенствуюсь, узнаю что-то нового. По-русски тоже я не очень хорошо разговариваю, так как я живу в Литве, и чаще всего приходится разговаривать на литовском. Поэтому я толком ни литовский, ни русский. Получается, где-то все вот так вот затерялось, и тяжело разговаривать на русском, но где-то ты на нем общаешься, и где-то разговариваешь на литовском, и где-то даже на польском. Так что я знаю несколько языков. Забегая вперед, про себя немножко, я родился здесь, в Вильнюсе. По национальности в паспорте у меня ничего не указано. Живя, наверное, в Литве, скорее всего, что я... Потому что большую часть времени я прожил в Литве, родился здесь, в Вильнюсе. И большую часть времени прожил в районе Науямисис, на Наугардука улице. Она раньше называлась Партизано, потом переименовали... Какая-то из них, потому что у нас был угловой дом Партизано Альгердо, а сейчас Наугардуко Альгердо, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться опять, вот, ну, страшно ошибиться, потому что вот эти комментарии потом вызывают какое-то негативное влияние на меня. Не хочется, конечно, ошибаться, но я человек, не компьютер, поэтому мне свойственно делать ошибки. Не судите строго. Где я заказал телефон? В iStore, самый крутой магазин, не реклама. Они единственные, быстро все поставляют. Так вот я в Бите заказал, до сих пор нету уже 3 месяца этого телефона. 4. А здесь они прям красавчики, все быстро работает. Они, наверное, самые первые, кто получает эти телефоны. И поэтому с ними отлично иметь дело. Также свой компьютер на M1 год назад или полтора года назад я брал тоже у них. Замечательная компания, замечательно быстро работают. Всегда просят отзыв, обратную связь, и это, в принципе, очень сильно радует. Сейчас мы ближе подъезжаем к центру, как раз не так далеко от того места, где я жил. Неподалеку у нас находится Вингис парк, и по левую сторону Науямисис, пожалуйста. Если мы сейчас крутим направо, попадаем в парк Вингис. Знаменитый парк, все знают, можно погулять, отдохнуть, расслабиться, природа. Ну, сегодня солнце прям не жадничает, светит по полной. Мы, наверное, свернем здесь направо. Прокачу вас по стареньким улочкам. Ну, они не такие старенькие, это все-таки не старый город, а новый. И знаменитая Краснуха. Короче, у меня на фотоаппарате закончилась карта памяти. Ну, память закончилась, короче. Телефончик мы забрали. Едем, завезем домой и на мойку. Как обещанная мойка сегодня все-таки будет. Состоится. Так, и нас встречает вон столько машин. Премиум 12. Она немножко даже подешевела. Базовая 6,40. Что можно сказать о ценах? Вы знаете, раньше было, по-моему, по 16 евро, если я не ошибаюсь. Но, видно, меньше людей стало посещать эту мойку, и немножко цены бросили. Теперь премиум, если вот
если взять абонемент, то премиум стоит 55 евро. Какой-то VR-сло плюс есть, VR, просто VR-сло, комфорт, комфорт плюс, базовая, базовая плюс. Наверное, базовая плюс – это, скорее всего, с пылесосом. Пылесосы тоже будут включены в стоимость. Но это не точно, я не знаю, потому что я не покупаю на целый год сразу этот абонемент или там месячный. А так стараюсь либо раз в неделю, либо в две недели раз мыть машину. Но зимой, конечно же, реже, потому что, ну, что толку мыть? Снег выпадает, буквально полдня, и опять машина вся грязная, и от этого большого какого-то толку я не вижу. Могу сказать, что очередь идет очень быстро. Передо мной вот одна машина. Прошло буквально тут полминуты, ну, может, минута какая. Очень быстро. Поэтому сейчас и мы заедем. Мойку, если я не говорил, то... А может, я повторюсь, будем брать премиум, самую-самую-самую-самую хорошую, чтобы помыли днища и покрыли воском, лакокрасочное покрытие. А также заедем и пропылесосим машину, потому что есть грязь, сиденья все такие, они уже требуют давно, чтобы их почистили. Потом за пылесос я просто вам скажу, сколько это стоит. Ну, раньше было это как-то дороговато, скажем так. Не то, что дороговато, но это стоит приличных денег. Когда можно, просто сидя в машине, там, я не знаю, буду жену ждать вечером, может, так протру. Может, просто сейчас встану где-нибудь на какой-нибудь парковке и тоже протру панель. Это займет там еще минут 15, но за это не надо будет платить. Просто если мы там постоим и будем протирать, делать эти работы, мы реально заплатим каких, ну, я думаю, евро 10, по ощущениям. Никогда так не делал, думаю, что будет стоить это денег. Вот такие вот пироги. Я только о том говорил, что все быстро тут происходит. И простояли 15 минут просто так на ровном месте. Вообще странно. Начали заезжать. Премиум. Вот так вот сначала смачивает машину, потом моет вручную. Ну, я думаю, что мы это все увидим. Блямба, я теперь сижу и забыл показать машину, как она выглядела до. Ну, поверьте мне, я всю зиму ее не мыл, поэтому она очень грязная. А вот цена, видите, 15 евро, старая цена, потому что сейчас намного дешевле. Так, теперь мы сразу заезжаем сюда, чтобы пропылесоситься. Свободных 6 мест пишет. И мы прямо вот эту самую переднюю, первую. Так, вот здесь находится касса, где можно за все расплатиться. Будем расплачиваться банковской карточкой. Протечный макет. 3 евро. Платим. Все буду доснимать на телефон. Так что за качество картинки, ребята, извините. Но я не думаю, что она будет чем-то сильно хуже. Покажу сейчас машину, как она выглядит. Хотя уже начал на ней ездить. Вот, по дворам тут катаюсь. Сыро, где-нигде еще есть снег, слякоть. Но все равно машину нужно помыть хотя бы раз за зиму. И заодно вот тоже приехал на работу. Вот так вот будем заканчивать влог. Покажу машину. Очень рад, что вы все сегодня были вместе, что смотрите меня. Идем смотреть, как машина помыта. В салоне помыто так, почистил коврики, пропылесосил. Конечно, вот нужно химию сиденья делать, но прямо от строительства вообще беда.
панель не мыл, потому что еще, ну, просто на все не хватило времени. Там мы заплатили 3 евро за пылесосы. Как-то очень мало. Такие вот обшивки. Главное, здесь протер, все вот чистенько. Здесь выглядит все так. Коврики мы, конечно, тоже помыли в этом аппарате. Сиденья, ребята, все просто... Очень страшный вид. Общий вид машины вот такой, все чистенько. Была машина прям грязная-грязная. Очень грязная. Вот так и сделан ваш Каймас. Ну, воском, покрыли воском.